Сегодня, 22 сентября, Всемирный день без автомобиля. В городе прошла акция под названием «Велосипедом на работу». Идею поддержали Велоассоциация Мариуполя и Департамент транспорта и связи городского совета. С самого утра на Театральной площади собрались любители езды на велосипеде, а следовательно здорового образа жизни. Они приехали сюда, чтобы обменяться опытом велоезды, пообщаться и поделиться впечатлениями от запланированной акции. Сегодня, я думаю, после сегодняшнего дня точно начну ездить часто. Пока до этого был бег и быстрая ходьба. Нет, это не мой велосипед, это мне сотрудница дала попробовать, но теперь нужно думать о том, что приобретать свой. После этого велосипедисты разъехались по своим рабочим местам. Но предварительно участники акции получили специальные значки-наклейки, которые в течение всего дня служили им пригласительными на чашечку бесплатного кофе или чая в городских кафе. Как пояснил депутат городского совета Владимир Курский, велосипед – это эффективная и разумная альтернатива городскому транспорту, которая способствует не только сохранению чистоты окружающей среды, но и поддержанию нас в хорошей физической форме. Депутаты городского совета тоже решили один раз в году пересесть на велосипеды и приехали на сессию горсовета показательно, не на иномарках, а на двухколесном транспорте.